Может ли быть такой умар, что у человека два сердца? Одно для него самого, а другое для другого человека. Разве можем мы слушаться наших предков и забыть о своих сердцах? Горе тебе. Это ислам волнует тебя. Если то, что волнует твое сердце, это ислам, который ты принял, и хочешь заявить об этом, и ради которого ты готов перенести страдания, то ты мне враг, которым я восхищаюсь и которого я почитаю. А если же ты струсишь и предпочтешь безопасность, вопреки тому, что ты думаешь, то ты мой союзник, который заслуживает презрения и неуважения.